В Якутске торжественно открыли второй фестиваль «Доброе кино». Его проведение традиционно инициировала якутская епархия. Главная цель православного кинофестиваля – духовно-нравственное просвещение человека через искусство. На открытии побывала Марианна Кутукова. Тепло и свет, добро, которое проповедовал Христос, участники кинофестиваля передадут через фильмы и спектакли. Задача доброго кино – заставить зрителя задуматься о действительно важных для человека вещах, как духовное богатство и истинное счастье. Они достаточно серьезные, не все развлекательного характера. От некоторых плакать хочется, но тем не менее человек выходит, он задумался, через эмоции начинает уже переоценивать себя, оценивать окружающих и так далее. Первый день кинофестиваля начался с театрального представления по произведениям Александра Сергеевича Пушкина «И так я жил тогда в Одессе». Также в сегодняшней программе премьера фильма «Монах и бес» режиссера Николая Досталя. Это фантастическая трагикомедия с элементами мистики в духе произведений Пушкина и Гоголя. Очень интересная история, телеистория, которая построена на сценарии, который построен на переложении двух житийных историй, двух святых. И если кино передал это в таких красках, звуках достойных, умных, и затронул одну из самых важных тем, тему любви. Вот есть ли у любви границы? Или она безгранична, как Бог? Одной из ярких пример кинофестиваля «Доброе кино» станет литературно-музыкальный спектакль «Пять времен года» с участием Ольги Кабо и Нины Шацкой. Отметим, что актрисы принимают участие в фестивале уже второй год. Сегодня мы привезли спектакль, можно сказать, что он более легкомысленный, но он очень теплый, это самая любимая классика и романсы, и поэзия, которую Оля читает, из того, что знают люди, и она легко слушается даже неподготовленной публикой, это очень важно. В программе «Доброго кино», который продлится до 20 апреля, также запланированы показы фильмов международного кинофестиваля «Покров», духовно-нравственных мультфильмов и якутских кинокартин. Помимо этого пройдут творческие вечера с именитыми гостями. Зрители смогут увидеть фильмы и спектакли совершенно бесплатно в столичных кинотеатрах, в Большом зале Якутской духовной семинарии и Арктическом институте культуры и искусств. Марианна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.